Воспитание сотворчеством. Именно этой теме посвятили областное родительское собрание, которое состоялось во вторник в Театре кукол. Речь шла о том, как привить ребенку любовь к театру и почему это важно сделать. По словам специалистов, действо на сцене учит думать, чувствовать и стремиться вперед. Вместе с тем, это возможность моделировать разные жизненные ситуации и научиться выходить из них без потерь. В собрании приняли участие около 200 родителей. Опытом воспитания через искусство с мамами и папами поделились педагоги и психологи. Как научить ребенка увидеть в театре что-то необычное, чудо, да? Ждать его, что можно почитать, например, сказку, которую будут показывать заранее, а потом понять вместе с детьми, что новое внес в эту сказку режиссер, актеры.